Еще 1000 опыта. Вот эти пещеры, это просто какой-то нонсенс. Невероятное количество опыта. Просто, вот мы еще, наверное, один уровень, да, подняли, получается. 103, 2000, просто офигеть. Скорее бы до дыры уже дойти, черт возьми, это просто жесть. Смотри, Сулик, вообще маньяк. Че за каратист-то, я не понял. Ни хрена себе, вот сейчас так, может быть, уже и неплохо было бы ему. Оружие какое-то милишное дать. Что-то он... Что-то он вообще берсерк. Просто берсерк настоящий. Просто обалдеть. Они, смотри, они на какого-то особенного брамина метят. Ну тогда у нас есть шанс. Так, то псина это ладно. Так, у нас... Ага. Ох, как он оббегает. Это просто пипец. Ребятушки, подожди, болван, подожди. Ребятушки, всем привет, добро пожаловать на... Так, давай немножко отойдем. На прохождение замечательной игрушечки Fallout 2 часть. У меня очень хорошие новости, да? Вот, мне тут намекнули, что можно ускорить как-то. Я спросил как, но потом решил полезть в настройки, да? И нашел там настройку, просто обалдеть. Сейчас смотрите, как красота. Как в первой части, помните, он бегал так плавно. Вот я сейчас скорость 1.5 сделал, прям вообще красота. И самое главное, смотрите теперь панелька. Что за взгляд? Мне надо сказать, что вот это кайф. Короче, игра теперь ускорилась, и все битвы у нас должны быть побыстрее. Поэтому погнали. Блин, вот это круть, вот это круть. Так, у нас тут в прошлой серии мы с этими, с когтями смерти сцепились, да? Вот, и давайте тогда запустим. Смотрите, как бегают, а? Красотища. Вот сейчас на аркану похоже очень. Прям вообще кайф. То есть прям... Вообще супер, просто обалденно. Теперь вот намного все побыстрее должно быть. Ну-ка. Ох, хорошо. Блин, вот когти смерти, они какие-то реально слабые. То есть, видимо, у них брони нет, что ли, или что-то типа такого. В общем, их достаточно легко что-то все валится. Правда, нельзя с них ничего собрать, но ладно. Я думаю, что Сулик у нас сейчас вот... Вот смотрите, как ускорилось. Смотрите, как все быстро. Блин, ну это просто шикардос. Так, на меня, да? Мне кажется, Сулик сейчас тут всех один перестреляет. Это просто пипец. Можно просто пробел сжать. Вот зараза. Сколько там опыта? 750, обалдеть. Просто обалдеть. Так, Сулик, давай, иди вперед. Блин, обалдеть. Так, Сулик, давай вперед. Так, ну, понятно? Началось! Обалдеть, господи боже ты мой, какие же придурки у меня в команде, это просто кошмар, блин. Надо, короче, чтобы Сулик сейчас вперед бежал. Ну куда ты-то жирный пошел, куда один жирный-то пошел, блин, это пипец. А Сулик чего, алло? А Сулику насрать, да? Это пипец какой-то. Но самое главное, это человек в отряде, это Сулик, блин. Во, и все, иди вперед. Я так понимаю, сейчас будет конец боя, да. Надо, чтобы Сулик вперед убежал, блин. Почему Вик-то ходит? Ха-ха, ты зараза, почему Вик-то теперь ходит первый? Смотри, он два раза ходит, а Сулик вообще ноль. Такое ощущение, как будто, знаете, этот, как его? Он не в бою, не в бою, вот. Поэтому, наверное, этот, падла. Надо, короче, его запустить туда. Давай, наверное, тоже постреляем. Бега себе. И умер. Обалдеть. Что-то мы вообще озверели просто. Хорош. Так, все. Сулик, давай, иди, короче. За богом. Сейчас должен всех там перевалить. Хорош. Вместе с Виком, давай. Все, нормально, он там запустился, нормально. Его главное туда отправить, и все, и пойдет. Всех там перестреляют. Да, чтоб наши его не подстрелили, это самое главное. Блин, смотри, он вообще маньяк. Просто псих. Просто пипец он. Алло, алло, алло. Так, сейчас главное вы... О, так, на, сразу сохраниться нахрен от этих придурков.
2000 опыта, просто что-то невероятное. Так, Сулик, давай вперед. Видите, как быстро? Смотрите, теперь бои вообще красота будут, да, идти? Просто супер. И этот еще быстро... Ой, там еще кто-то есть. И еще самое главное, что у нас менюшки теперь все быстро. Вот это... Подожди, а Сулик, это все? Сулика не стало? Я так понимаю, да? Блин, походу Сулика не стало, да? Так, мелкий коготь получил ранение, потерял... Подожди, а где Сулик? Он пропал-то, блин, я что-то проворонил. Походу ее... Походу ее все-таки подстрелили, да? Ну-ка. Так, вот он убежал. Все-таки, видимо, его там завалили, я так понимаю, да? Ну, нормально, сейчас вроде нормально. Блин, вот так вот проворонишь и все, и пипец. Куда убежал, хрен его знает. Блин, посмотри, маничелла, это просто псих. Либо здесь эти когти смерти жутко слабые, либо вот это просто маничелла, маньяковский. У нас ничего здесь? Чертовы психи, боже мой. Ну, зато смотрите, насколько все быстрее стало. Это просто офигеть. Просто насколько все быстрее стало. Офигенно. Вот теперь хоть не по 27 минут будет одна драка, блин. Ну, смотрите, у них реально этот сверкат там еще. Так, главное, чтобы сейчас ее не подстрелили. Ага, тут еще кто-то. Посмотри, просто нам сейчас опыта дадут просто миллиард. Пипец. Так, главное его не подстрелить. Что у него там? При смерти, кстати говоря. Вот это маньяк. Ну-ка. Нет. Сулик умер. Я того ждал, блин. Ой, ты зараза. Ладно. Так, у нас тут... Так, стоп. Мне тут еще подсказали, что можно сказать, чтобы он типа похилился сам. Поэтому... вот, тебе на, подлечиться. Это неплохо будет, друже. Это неплохо будет. Это неплохо. Это... Какое интересное это... время проходит. Это... Я вот хрен его знаю, он подхилился вообще или нет. Чё тебе надо? Так, давай-ка глянем. Здоровье 57. Блин, смотрите, как быстро стало. Офигенно вообще. Так, 1.49. И чё тебе надо? 57, 11.49. Сейчас посмотрим, во-первых, время идет или нет. Это неплохо 57. Будет, друже. О, он немножечко хилится. Так, а чё по времени? 11.47, да, время тоже и идет. И чё тебе надо? Блин, ну вообще кайф. Ладно, я так думаю, что этого хватит, 50, Патрика. По крайней мере, хотя бы он не при смерти. Поэтому ладно, пойдет. Так. Так, все, Сулик, давай вперед. Я в тебя верю. Самое главное у нас маничелла. Хорош. Главное, чтобы он опять закусился и там побежал со всеми драться. Вот это самое главное. Шансов вообще ни у кого. Так, я так понимаю, вот так нам надо, да? О, все. Попасть-то не могут. Так, ну я так понимаю. Ой. Сулик, ну ха-ха, ты где там? Давайте сюда, я тут сожру сейчас. Офигеть опыта. Ну давай. Хорош. Хорош, ну вообще просто. Просто-напросто. Такое ощущение, как будто он еще немножко уровень взял, у него очков. Козлина-то какая, так не могу. 26, у него 26 осталось очков. Ох уж эти очереди чертовы. Ты урод какой, так прям не могу. Сулик вообще опять при смерти, наверное. Вот ты крыса, так прям не могу. Зараза. Только попробуй.
Так, по идее, нам бы надо его, конечно, похилить. Но давайте рискнем. Давай, блин, мне сказали, что лучше не сохраняться, но мы как бы в этом... В отдельном сейве, поэтому я думаю, что нормально. Так, рискнем. Больше никого нет? Все. 2000 очков, просто обалденно. Так, ну давайте. Давайте на Райнам пострелять. Без повреждений пойдет. Ну-ка, давай-ка. Судик остался без боеприпасов. Прикольно. Так. Речка 6. Хорош. Толик. Так, все, да? Отлично. Так, сохраняемся. А, патроны просто невероятно сжирают он, но это... Ой-ой-ой, сколько их там. Но это полностью себя окупает, это просто пипец. Вот этот маничелло, маньяк. Грязный маничелло, это просто пипец. Часто, конечно, не особо он, но тем не менее. Так, ну давай загремся тогда. Отлично. Блин, офигеть тут опыта будет. Просто пипец. Смотрите, как быстро все стало. Вот это офигенно. Намного лучше. Просто шикарно. Хорош. Учил. Ну, вообще кайф. Еще 1000 опыта. Вот эти пещеры, это просто какой-то нонсенс. Невероятное количество опыта. Просто, вот мы еще, наверное, один уровень, да, подняли, получается. 103, 2000, просто офигеть. Так, ничего, здесь чисто опыт, в общем, здесь ничего нет. Но зато смотрите, насколько быстрее стало это в 2 раза. Просто офигенно. Вот теперь можно, теперь воевать можно, блин. Вот это теперь кайф, вот это кайф. Так, мне еще тут подсказали, что шкуры вот этих вот огненных остолопов, они вообще ни черта не стоят. Высушена обработана, она сильно выжжена и как следствие утратила какую-либо ценность. То есть, получается, они нам не нужны. Вот, поэтому, давайте сейчас мы тогда всех их выкинем. Там, по-моему, что-то они сказали, весят 8, да, подписчики мои родные, спасибо вам большое. Ничего тебе надо. Вот, что они ни черта не стоят, вот, соответственно, нам бы надо их всех выкинуть. Они там 5 стоят, вот, или давай, наверное, пока... А, ну, кстати, насчет пока-то. Так, подожди, пока оставим, если здесь что-то есть, что можно забрать. Так, 3 дубинки, это всяко, думаю, лучше будет. Так, давайте сразу посмотрим, что у него есть. У него целых 7 штук, просто обалдеть. Так, давай сюда. Сколько нам надо наменять? 48, давай сюда. 49, ну, должен обменять, отлично. Так, все, у нас тут веса сейчас освободится просто невероятно. Они по 5 стоят, это просто смех. Потому что мне сказали, в оригинале их вообще не было. А здесь добавили просто, чтобы они, типа были, хрен их знает. Вот, поэтому, видимо, пес с ним. Да, вы видите, вот это гораздо будет удобнее. Давайте, наверное, все-таки одну штучку возьму. Вот, чтобы точно, ну, по крайней мере, хотя бы знать. Сейчас, я думаю, как раз до дыры дойдем. Блин, вообще огонь. Просто офигенно. Вот сейчас стало просто кайф играть. Все быстро. И эти вот чертовые менюшки меня... Ой, ты почти дошли ведь, а. В самом начале. Так, у нас... Че с Сулика? Тяжело ранен, окей. Так, ну давай. Блин, до 93. Ты че, придурок? Так, у этого тоже патроны закончились от дробовика. Обалдеть. А, вообще все патроны нас скупать просто. Просто обалдеть. Там еще гекка, смотрите, сколько шкурок там. Там не гекка, там шкурки. Там шкурки, ребят, там шкурки. Так, давай сразу вот так вот, чтобы туда не бежали. Ну, просто обалдеть. Так, тут, кстати говоря, ничего нету. А, нет, есть. Так, ну эти штуки мы уже не собираем, мы уже умные. Куда?
Если показать тебе, как делают дела в большом городе. Куда они побежали-то? Слопаться? А, там кто-то есть. Защитный механизм растения, нифига. Все, и у этого патрона закончились. Просто обалдеть. Так, пацаны. Так, возьмем. Отлично. Короче, патроны просто невероятно нужны в количествах. Это пипец. Я вообще такой фигни не ожидал. Так, давай подождем, пока они подойдут. Я думаю, что сейчас Гека, кстати говоря, не очень будет хорошо драться, потому что мы... наши пацаны стрелять не будут, так скажем. То есть они сейчас в атаку с гагаканьем и улюлюканьем побегут. Ну ладно. А, не, смотри-ка, чем-то хоть стреляют еще. Ну ладно. Только у этого осталось. Отлично. А что, и все? Драться никто не хочет со мной больше? 15-13, обалденно. Хорош. Да вы задрали. Ну ладно. Давай собираем тогда. Наши пацаны, я думаю, справятся. Ну чем-то стреляют еще. Ну конечно, Сулик, посмотри, просто он даже с кулаками, просто маничело какой-то. Обалдеть. Просто обалдеть. Даже патрон не буду тратить сейчас, он всех перестреляет. Только меня, пожалуйста, не трогайте. Хорош. Так, давай. О! Еще кто там? Вик получат? Сулик получат? Ну, просто кайф. 210 опыта, офигенно. Так, этот на винтовку перешел, тоже патроны, видимо, закончились. А что они как странно себя ведут-то, блин, пипец. Скорее бы до дыры уже дойти, черт возьми, это просто жесть. Смотри, Сулик, вообще маньяк. Че за каратист-то, я не понял. Ни хрена себе, вот сейчас так, может быть, уже и неплохо было бы ему оружие какое-то милишное дать. Че-то он... Че-то он вообще берсерк. Просто берсерк настоящий, просто обалдеть. А, подожди, так он живой еще. О. Я думаю, чуть собрать шкуру-то не надо. Живой, сдираю шкуру из бедолаги. Смотри, смотри, берсерк-то наш, просто в ярость какую-то впал. Просто обалдеть. Еще 405 опыта. Да, опыта здесь. Опыта здесь хватает, черт возьми. Это круто, это круто. Так, у нас получается еще один, да, взяли мы. Какой у нас там, 15 уровень. Так, 35. Давайте, наверное, перками посмотрим. Да, что у нас с перками. На 15-м новые перки должны появиться. Так, больше критических. Так, больше это получается шансы, да. Так, бонус движения, рукопашные атаки. Вот, скорострельность, вот это нам надо. Посмотрите, позволяет вам нажимать на курок немного быстрее, при этом не теряя точности. Каждая атака при использовании оружия дальнего действия на одно очко действия. Вот это 100% надо брать, и мы сейчас это обязательно возьмем. Так, что у нас еще здесь есть? Так, ну это понятно, незнакомец здесь сейчас, мастер на все руки. Так, это все знакомо, знакомо, обращение с оружием. Вы обращаетесь гораздо сложнее, обычный человек в вашем комплекте получает 333 при обращении. Так, это штрафы снимают, получается, да? Так, разведчик, размах, светоч кармы, странник, да, улучшенный критический. Вот это вот тоже классная тема. Так, ну давай тогда берем, получается, обязательно скорострельность. Это нам вообще must have для любого стрелка. Все, мы теперь стрелять должны будем по 3. Бросим, обалдеть, и по 4 очереди. Вот эта вещь. Мотивация должна быть всегда. Так, все, отлично. Ну, просто-просто-просто-напросто. Просто-напросто. Сейчас бы самое главное дойти до этой... До дыры уже, наконец-то. Да, все. Так, и получается, жилой район, это нижний, да? Нам надо восточную сторону. Сразу, чтобы похоронить этот чертов труп. Так, Сулик... Ничего стой. Тебе надо. Так, отдай мне труп. Так. Сейчас мы тут наторгуемся. Вот, вообще класс. Так, 10, отлично. Подожди, еще лопату, по-моему, надо, да? Так, лопата-то у кого у нас была? Специально вот одну лопату не выкидывал. О, у него и была. Так. 10, 25, вы что-то много. Пожалуйста. А, хорош. Ладно, пойдет. Так, пойдем искать эту мымру. Где она там есть? Мне подсказали, что тут она.
Здесь покоится Дани Карнауэлл. Хороший мертвый, здоровый на гробу. Так, это не то. Подожди, Тим Кейн, там, по-моему, Анна, по-моему, да? Так, Скотт Кэмпбелл, не суп. Так, Ивен Шетленд. Так, где там? Трамиль Рэй Исаак, здесь лежит человек. Так, понятно, насрать. На камне здесь лежит Скотт Иверс. Слушайте, что-то, по-моему, не сюда, да? Имя этого надгробия кто-то стер. Наверное, вот сюда надо. О, подожди, что это такое? На камне написано имя с этого надгробия кто-то стер. Ага. Звук прям пипец. Так, Ницца какая-то. Ничего не написано. Ага. Джейсон Андерс. Ну, кстати говоря, чуть не разрыто. Не видите ничего особенного. Мэтт Нортон мог бы кем-то стать. Мистер Кром... Блин, слушайте, я не знаю сюда. А, вот она! Вот она! Анна Уинслоу. Вот она, Анна. Вот стопудово нам сюда. Так, ладно, мы все-таки, я так понимаю, мы сейчас получим эту шляпу, да? Как там ее? Но тут уже ради квеста, поэтому наплевать. Так. Анна? Да, Анна Уинслоу. Так, здесь как раз-таки ничего нету, да? Готово. И... зарываем. Во! Вы придали кости Анны погребению. Приобрели 600 опыта. Отлично. Отлично, отлично. А дали нам эту шляпу? Интересно. Так. Карма. Щит надежды. А, смотри-ка. Смотри-ка, тут не дали. Одаренную на скидку. Да. Смотрите, то есть получается, если вот именно это погребение мы разбираем, то... О-хо-хо-хо-хо! Кого я тут встретил-то? Точно, точно, точно. Так, пойдем с машиной разберемся. И нам надо у первого же торговца тут все продать, блин, хоть что-нибудь уже. Блин, как же круто, а, посмотрите. Да-да-да, в жопу, блин, ничего нет еще у него. Кошмар какой-то. А у кого здесь есть вообще? Кого-нибудь что-нибудь есть тут вообще? Блин, как круто-то стало, офигеть. Только сейчас вот понимаешь, вот когда сталкиваешься, вот так начинается, да? Когда сталкиваешься с этим, вот понимаешь, что как же круто со скоростью с этой играть. Просто обалденно. Так, погнали. Здесь, по сути, и торговца-то нет, только вот тут, да? Все? Где? Вот. Так, подожди, это не в этой игре. Так, Мымра, вот у этой, по-моему, торговать можно только с ней. Так, бартер. Да, я тут даже несу. Блин, тут что, в городе вообще торговцев нет? Я, к сожалению, я не помню, ребят. По-моему... Слушай, а реально, а торговцев тут нет, что ли? Вообще обалдеть. Ладно, хрен с ним. Давай-то эту починим уже. Хрен и день, сейчас заберем. Смотрите, как быстро бегает. Как же круто. Даже толстяк наш тот, он притопил. И что тебе надо? Так, мне все надо... Какие у тебя есть эти детали? Так, давай сюда. Что там, еще какой-то карбюратор? Ну, по-моему, карбюратор у нас этот был, да? Нет, не был. Так, обмен. Сколько у нас веса вообще? Так, 120. Ну, не так много, кстати говоря. Так, по-моему, он у этого, у... как там тебя? Кессиди. В чем дело? Что за... Хватит со мной говорить. Задрал. Так, по-моему, он у него был. Значит, у толстого. Так, все, Патриков этого нет. Вот он. Где-нибудь выложил его. Вот здорово. Так, все, у нас есть, отлично. Топлива, правда, нет. Но у нас ядерная батарея есть, вроде как, должно хватить. Ну, давай. Слушай, обед от мамаши был преотличный. Спасибо. Ну, чем тебе может помочь старый Смитти? Слушай, папаня, у меня тут есть одна штуковина из Гекка. Так, к старому Смитти взглянуть? Конечно, вот. Так, вроде это старый топливный контроллер. Держу пари, если поставить эту штуковину на старичка Хайвеймена, он бы у меня замурлыкал, как котенок, а? Тут такое дело, есть у меня машина, хай, так, это всем знаю, да, тут я причем, вообще-то у меня есть, как раз есть эта штуковина. Правда? Тогда слушай, ты мне 2000, а я тебе машину. Черт, да я даже тебе топливный контроллер поставлю. Кататься будет прям как новенькая, даже микрореакторы ядерные поставлю, нельзя же без горючки. Так, давай, звучит неплохо, вот деньги и деталь. Ну, вот это кайф. Только полегче с ней, пока она не разогрелась.
Ладно, так сделал. Отлично, ну все, кайф. Так. Я так понимаю, теперь можно на карту выходить сразу, да? Да, прекрасно. Зачем нажал? Ха-ха-ха! На носаться это пипец! Ни хрена себе ты, придурок! Блин, ну ладно, хрен с ним, ладно. Ошибка, ошибка. Так, торговец, вот он. Вот. А, не, подожди, или это не он. Блин, где-то тут торговец-то был какой-то там шляпный, но. Да, вот плюс-минус что-то у него тут есть хотя бы. О, патроны, 8 винтов. Психа, кстати говоря. Давайте-ка, наверное, прикупим. Так, винты нам не нужны, но хотя, с другой стороны, он. Это все-таки валюта, да, которая ничего не весит. У, сколько копейки стоит-то? Наверное, стоит тогда прикупить. Так. Так, ну это точно. Сейчас, может быть, наторгуем ему, да? Так, это тоже. И вот тут... Можно, интересно... О, вот так вот. Сделаем вот так вот. Сделаем вот так вот. Так, и тут, наверное, все... А, нет, смотри-ка, тут тоже есть. Хорошо. Так, Ну, просто обалденно. Обалденно. Так, ну давай. Да, все-таки 5 она весит. Просто обалдеть. Просто обалдеть. Кстати, карбюратор он не, что-то не поставил, ни хрена. Так, 3700 всего. Ну-ка. Ой, говно-то какое. Так, вот эти должны быть дорогие. О, вот эти дорогие, да. Так, 7 шкур. Так, сюда. 10 винтов мы оставим. Они вроде как ничего не весят. Так, коктейль Молотова тоже пока. Блин, у меня, кстати говоря, нечего обменивать-то, да? Так, давай тогда стимпаки пока. 2800. Сейчас наберем всякой шляпы. Так. Так, 8 винтов тогда нам не надо. 2 психа. Во. Так, так. Давай добьем. Так, 1400. И винтами, наверное, добьем. Ну, даже еще один влезет. Ну, почти. Так, здесь у нас получается 5, 25, 15, 14, так. Все, отлично. Так, теперь нам надо собрать всякую шляпу у этих лоботрясов. Ой, кстати, давайте сразу глянем, винт-то у нас работает. Ой, весит что-нибудь? О, не весит ничего, отлично. Так. Где вы? Где они? Пойдите сюда. Давайте быстрее, тупицы, боже мой. Что еще? Что еще? Так, давай сюда. Так, наверное, тоже это все продадим, пойло. Мусор хрен его знает, зачем он нужен, пока оставим. Так, вот этот нам надо торговать. Так, главное, чтобы у нас сейчас все это влезло. Давай понемножечку вот так. Так, тут у нас мусор, какие-то рации, пистолеты, боже мой. Ладно, давай, наверное, пистолеты, я думаю, нам уже не пригодятся. Хотя, с другой стороны, пускай. Может, пострелять, когда патрон мало ли закончится, там вообще жопа какая-нибудь будет. Так, это все пойло тоже все забираем. Так. 15 нам уже, наверное, пиво не пригодится. Тоже продадим. Так, две рации. Не знаю, они тоже нужны или нет. Опишите, пожалуйста, нужны, если нет. Если нет, то протолкнем. Так, вот так все пойдет. Так, надо посмотреть, что у нас по весу. 32 у нас, не так и много, да? Так. Торговать, давай сразу ему сейчас отдаем. Так, 102, просто офигенно. Так, давай сюда. Так, и все тут, да? Так, винтовку эту, 30. Было бы неплохо, ну ладно, вот 20 пойдет. Так, все. Так, погнали, продаваться. А, все, что не весит, короче, брать. Нормально будет. Так, разряжаем и Нет, не разряжаем. Так, 10-миллиметровый пистолет. Винтовку, наверное, тоже толкнем. Толку от нее никакого, блин. У нас с винтовкой все равно никто не бегает. Так, 14, давай. Психа пригодится, наверное, возьму. 2 стимпака. И 3 психа. Ой, эти. Так, все, вот так. То есть, получается, на 2000, на 90. Давай. Ой, говно. Так, одна у нас получается 35. 10, 80. 11. На. Еще одну монетку.
Жесть, еще одну. Так, и... так, давай одну монетку тогда уберем. Вот так. Все, ну нормас. Так, остальное сейчас надо в машину все сгрузить. Торгашей вроде как здесь больше нет. А, вон, смотрите, машина-то вон где. Обалденно. Так, так, так. Эти психи чертовы. Так, что у нас еще в Брокен... Ой, какой Брокен Хиллс, блин, этот... Дыра, что в дыре? В дыре у нас все, да, получается? Так, нам надо, получается, сейчас бы идти, наверное, в этот, в... как его называют-то? Я забыл, модок, во, модок. Сейчас туда, на разгоняем. Так, тут, кстати говоря, что-нибудь можно достать? Нет, нельзя. Так, вот это что такое? Почему она у нас-то осталась? Я не понял. Это пипец. Так, ну, все пока сюда. Так, это ничего не весит. Так, ладно, это тоже сюда. Это вроде ничего не должно ничего весить. 8 ножей сюда. 8 ножей. Так, журнал тоже пока не пригодятся. Тоже их пока сюда. Так, ну это ничего не весит. Ладно, оставим. Так, 6 бутылок. Так, антиродины все эти тоже остаются. Ну, просто прекрасно. Так, интересно, здесь вес какой-то есть или нет? Было бы прикольно, если бы не было. Так, по-моему, она ничего не весит. Так, окей. Так, теперь с этим лоботрясом. И что тебе надо? Так, отдавай свое добро. Так, ничего нету, ничего нету. А почему, интересно, не стакаются, не разные? Ноль 30, 10 бронебойная. А, это полуоболочные и бронебойные. Поэтому он не, их не стакает. Нифига вы у нас мозга. Так, тридцатник, нифига себе. Давай сюда. Так, у нас. Ой, у нас еще 60 веса. Ну, 55 веса можем набрать. Что еще? Нормас. Так. Так, ну этого все получается, да? Кроме мусора. Мусор, наверное, можно забрать было. Он весит просто каких-то конских. Так, это все в машину. Очень надеюсь. Ой, мы, наверное, не возьмем, да. Разошелся. Рации-то ни хрена весят. Обалдеть. Я говорю, что это барахло скинем. Вот это кайф будет. Интересно, но на случайных событиях машина тоже с нами будет. Я что-то не помню. Так, вот эту шляпу, получается, она 15, ее просто проще выкинуть будет. Хотя, что выкидывать, если вот есть уже тут, да? Смотри, все скидывается, просто кайф. Так, самое главное, нам сейчас на патроны. И, кстати говоря, наверное, может на машине-то можно стоило бы и в город-убежище сгонять, а патронов закупиться. Иначе вообще нам ГГ будет. Так, давай-ка сюда. А у этих какие? Охрен просышь. Ага, эти, да. Так, вот это нам, ну ладно, пускай там. Так, подожди, это не эти донаты. Подожди, это не этому. Это не те дроиды, которых мы ищем. Уж я перепутал. Так, этому, получается, патроны от этого нужны, да? Это Сулику надо отдать. Во-во-во. Сулик, по крайней мере, теперь с патронами будет. Так, где там? Так, кто из вас Сулик-то, черт бы тебя побрал? Да. Подожди, вы одинаковые стали в темноте, пипец. Ничего тебе надо. Во, на, подавись. Застреляйся тут уже. Просто жесть. На, вот все. Ладно, все. Плюс-минус пока постреляют. Патронов, правда, нет для дробовика. Ну ладно, ничего. Так, погнали. Не знаю, в модок или нет. Давай, наверное, в модок уже тогда. Либо можно... нет, наверное, сначала лучше в модок. Потому что у нас с рабовладельцами патронов не хватит. Я думаю, что сейчас в любом случае сейчас на нас нападут еще. Блин, как же круто, смотрите, обалдеть. Что такое музон прям? Так, отлично, General Store, это очень хорошо. Это очень хорошо. Вот это прям вообще очень отлично. Чем генеральный стор, вернее, тем лучше. Так, давай сразу пороемся тут. Можно покопаться. Отлично. Всем наплевать. Что вы делаете? Что же делаю? А, то есть, сюда я заглянул, это он забычил, да? А вот, ух, нифига себе, заглянул. То есть сюда нормально, да? Вот тупица. Офигеть. Ладно, короче,
что-то он там забычил, но зря. Ладно, давай. Прошу прощения, магазин закрыт на неопределенный срок из-за засухи. А кто сказал, что меня интересует магазин? Я здесь недавно, а что вы можете рассказать мне об этом городе? Ну, добро пожаловать в Модок. Меня зовут Джо, и я заведую этим магазином. У меня небольшой городок. У меня? Почему у меня? У нас небольшой городок, всего несколько ферм, скотобойня, мотель «Роза» и кожевня. Как раз хватает на то, чтобы производить товары на продажу. Но, боюсь, из-за этой засухи мы все скоро изменится. Так, да, торговцы. General Store. Ну, нормально. Что вы можете рассказать о скотобойне? Скотобойней заведует Гриша со своим сыном Дэвином. Дэвином? Пипец. Это к востоку отсюда. Черт, там делают самое лучшее вяленое мясо с этой стороны скалистых гор. Мотель «Роза»? Мотель «Роза» расположен в северном районе города. Туда приходят путешественники из самых разных мест. Только за тем, чтобы отведать знаменитый омлет «Розы». Некоторые говорят, ее омлеты способны избавить людей от болячек. Хотя мне кажется, честно говоря, что все это чушь. Это, по-моему, из этого омлет из... Как там? Из когтя... Да, когтя смерти. Яйца когтя, по-моему... Вот, и они что-то хилят, по-моему, до хрена. Потом, может, вместо стимпака будем использовать, черт его знает. Ладно. Так, расскажи мне о магазине. Как я уже говорил, меня зовут Джо, и я заведую магазином Модока. Я организую торговлю между Модоком и другими городами, которым нужно продовольствие и кожаные изделия. Но, учитывая эту засуху, все может измениться очень скоро. А у нас отчаянная ситуация. Где находится кожевня? Иди, на запах не пропустишь, по запаху не пропустишь. Чувствуешь эту мерзкую вонь? Это из дубильных чанов, к северу отсюда. Если забыть о запахе, это лучшее место для покупки кожаных изделий. Балтас говорит, творит с кожей чудеса. Что за большое белое здание в центре города? О, это наша церковь. Жители Модока построили ее, чтобы продемонстрировать свою веру. Но в последнее время благодарите Бога особенно не за что, поэтому никто не ходит на проповеди. Так, еще несколько вопросов. Я еще один предмет и хочу вас спросить, можете ли вы рассказать мне, где его найти? Ну, выкладывай. Я не смогу тебе помочь, пока не узнаю, что именно ты ищешь. И я явно не собираюсь стоять здесь и угадывать, что тебе нужно. Я ищу священный гэг. Что ж, тебе повезло, я как раз знаю эту штуку, где ее можно найти. Наверное, у нас все-таки получится деловой разговор. Деловой разговор, просто скажите мне, где найти. Так, деловой разговор будет заключаться лишь в том, что ты скоток, так? Что вы хотите за информацию? Ах да, чего я хочу. Если ты еще не знаешь, наше небольшое фермерское сообщество сейчас переживает одну из худших засух за всю историю. Сезон дождей был необыкновенно коротким в этом году, и даже урожай погибает от недостатка влаги. Короче говоря, в этом году мы рискуем остаться вообще без урожая. Вы же понимаете, что я вам дождь не наколдую? Тихо смеется. Нет, конечно же нет. Я бы не стал просить о невозможном. А может, и правда можно наколдовать дождь? Ну, конечно, нет. Ну, что за чушь я несу? Ну, как я и говорил, у нас большие проблемы, и твоя помощь нам бы ой как не помешала. Хорошо, слушаю. На окраине города есть ферма. Там, где фермеры... фермы быть не должно. Несколько лет назад она просто возникла из ниоткуда. Вы хотите сказать, что эта ферма вот так просто взяла и появилась за одну ночь? Ага, сейчас. Мы с друзьями охотились, когда заметили новую ферму. Но это было не самое странное. Вскоре после этого мы собрались вместе, чтобы посетить новых соседей, но никого там не обнаружили. Продолжайте. Через несколько месяцев, без успешных попыток связаться с владельцами, мы решили, что ферму просто забросили вскоре после строительства. Поэтому, чтобы урожай не погиб, туда вселился молодой Карл. Вот тогда все и началось. Карл стал рассказывать истории о том, как он увидел странные светящиеся фигуры, которые по ночам ухаживали за посевами и кормили животных. Мы все над ним смеялись, думали, что он все это придумывает. А потом, однажды Карл просто перестал переходить в город. Что с ним произошло? Его искали? Конечно, искали! Мы отправились туда сразу же, как заподозрили что-то неладное. Он начинает заметно...
дрожать. Ужас! Там повсюду были трупы. Некоторые из них распяты, некоторые просто разлагались на солнце. Я до сих пор иногда просыпаюсь по ночам в холодном поту из-за этой картины. Что в тот день представляло передо мной? Позвольте мне угадать, вы сейчас попросите меня отправиться на эту ферму и выяснить, что случилось. В обычной ситуации я бы оставил в покое это проклятое место и никогда бы туда не возвращался. Но по какой-то... Подожди. По какой-то причине посевы на этой ферме все еще цветут, несмотря на засуху. Мы умрем от голода, если в ближайшее время не найдем какую-нибудь еду. Ты поможешь нам избавиться от призраков на этой ферме? А что я с этого буду иметь? В общем, в обмен на помощь я скажу тебе, где можно найти то, что ты ищешь. Хорошо, давайте официально подпишем сделку. Отрубайте свой правый мизинец. Обалдеть, ну-ка давай. Что? Неужели нам, откуда ты родом, сделки заключают так? Но мы в отчаянной ситуации, полагаю. Ты единственный человек, который может нам помочь. Так что это небольшая жертва, если она поможет спасти наш город. Джо вытаскивает нож и заносит его над мизинцем правой руки. Ты че, маньяк, чертов? Ой, блин, пипец, дай отрубить. Так, я тебе помогу, блин, пипец. Теперь измените свой палец, я обогатили в чесночный соус. Очень вкусно, обалдеть. Вы останавливаете его в последнюю секунду. Постойте, я просто хотел проверить, правду ли вы говорите, и так ли вам нужна помощь, я помогу вам. Эта ферма находится примерно в дне пути к северо-востоку отсюда. Он вытаскивает карту и указывает на место к северо-востоку от Модока. Возвращайся, когда что-нибудь выяснишь. Пока. Так, я так понимаю, что время у нас тикает после того, как мы там с этими, ну короче, пошлют нас искать этого лоботряса, то есть сейчас, по сути, ничего пока не началось, да? Поэтому очень на этом надеюсь, что у нас еще немножечко времечко есть. Очень-очень надеюсь. Так, здравствуйте! Ой, а что вы с ружьем? Я Гриша, добро пожаловать на мою скотобойню. Ты отдаешь или забираешь? Наверное, забираю. Я хочу приобрести кое-какую провизию для путешествий. А, конечно, конечно. Посмотрим. Для путешествия я бы порекомендовал наши знаменитые полоски вяленого брамьего мяса. В дороге не портятся и очень хороши на вкус. Всего $10 за упаковку. Хочешь купить? Да нахрена на мне? Звучит неплохо, ну давай, может, по квесту будет нужно, давай. Приятно иметь с тобой дело, чем могу помочь вам? Так, мне бы хотелось задать пару вопросов. Теперь я что могу для вас сделать? Так, с предметом замена, ты не можешь рассказать немного о скотобойне? Особо рассказывать нечего. Я заведую скотобойней в Модоке. Хочешь забить животное, приводи ко мне. Я его убью и превращу в самое лучшее вяленое мясо, которое тебе когда-либо приходилось пробовать. А куда идут шкуры и субпродукты? А мозги у тебя на месте, да? Что ж, если попросишь, я могу вернуть тебе любую часть, которая тебе нужна. Балтас покупает шкуры, а Роза купит все отходы, которые тебе не нужны. Она варит из них суп. И кормит своих собак. Так, еще вопросы? Вижу, засуха еще не подействовала на твой бизнес. Вообще-то засуха даже помогла в некоторой степени. Никто не в состоянии вырастить достаточно корма для своих браминов. Им приходится резко снижать поголовье стад. Но это всего лишь временно. Если смотреть на картину в целом, снижение поголовья брамина в конце концов обязательно скажется и на моем бизнесе. Так, а чем ты торгуешь? 16 мяса. Блин, что за говно? Зачем оно мне, блин, на мясо? Ладно. Так, еще несколько вопросов. Так, ладно, все, пока. О, постой. Ты, кажется, человек, способный на многое. Хочешь подзаработать немного денег? Зависит от того, что... Сколько ты заплатишь и что мне нужно сделать? И главное, сколько? Шустро соображаешь. Прямо как я в молодые годы. Все просто. В последнее время... Подожди. В последнее время со стороны холмов приходят дикие собаки. Ой, боже, я вспомнил. Я вспомнил это задание.
я, конечно, жопу рвать не буду, хрен с ним, с этими браминами, но мне кажется, наши парни еще половину там положат, блин, поэтому ладно. Наверное, так, со стороны холмов приходят дикие собаки. Наверное, брамины для них очень легкая добыча, поэтому они стали нападать на мои стада по ночам. Перебей их стаи, получишь $1000. Так, нет, спасибо. И, так, пока. Ага, вот, нет, спасибо, так, окей. Надеюсь, вот так. Просто нас сразу перекинет туда, пока. Да, сколько? Конечно. Отлично, отправляйся ночью на выгон и перебей стаю диких собак, которая нападет на моих браминов. Возвращайся сюда, когда выполнишь задание. Так, откуда они пойдут? О-о-о, пацаны! Пацаны. Надо быстрее бежать. Брамин-то тупицы, хоть бы убежали. Ну, собаки, по идее, не слабенькие. Ой-ой-ой, брамин, уходите. Главное, чтобы они туда не тупили, не бежали. Они бегут. Если их потреплю, то не с удара, наверное, тут, да? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Блин, надо, короче, загрузиться и сразу туда чесать. Блин, я не это самое, не ждал. Так, пока, ну, конечно, конец. Так. Ну все, кайф. Так. О, мы теперь 3 раза стреляем, это красота. Хорош. А какого там другого пса зацепил? Ну ладно. Ой, хорошо, как они бегают. Бегают-то как хорошо, отлично. Да куда брамины? Блин, еще и брамины в атаку пошли. Это вообще очень плохо. Вот чертовы собаки, а. Ну тут нам вообще без шансов. Так, ну давай. Понятно, ага. Куда уж нам? По нескольким-то попасть. Блин, брамины вообще дебилы, конечно. Они, смотри, они на какого-то особенного брамина метят. Ну тогда у нас есть шанс. Так, то псина это ладно. Так, у нас. Ага. Ох, как он оббегает. Это просто пипец. Хорош. Какого-то определенного брамина они бьют. Сколько он-то при смерти? Тяжело ранен. Так. Ну давайте. На вас вся надежда. Так, ну брамина одного точно завалит. 100% уже. Нам точно с ним ничего не сделать. Ну хотя неплохой шанс был. Если бы эти придурки бы стреляли, они не бегали. А можно что-то с него собрать? Не, нифига. Идет. Ну, в целом неплохо. А за одного брамина пойдет. Так, ну-ка, пёсья рожа, иди сюда, 28%. Надо бежать. Брамины за нами прям несутся. Смотри, прям за нами бегает. Да ты... пёс. Да попади, 53%, тупица. Зла не хватает. Еще брамин-то тут, блин. Тупицы. Кстати, с волков, интересно, что-нибудь падает? Блин, по-моему, нас сейчас портальнет. А нет, с волков, смотрите, ничего не падает. Так, а что здесь ничего нет, да? Да, ничего нельзя. Ну все, получается, конец боя, и нас сразу портальнет, да? Или хрен лысого? Не, нифига. Нам самим, видимо, выходить на... Да, вот отсюда. Ну, хотя бы так, хотя бы так.
С Брамина тоже ни черта. Ну, в принципе, нормально пойдет. 600 опыта. Замечательно. Так. Я так понимаю, это... А, Му. Он живой. Я думал, мы труп притащили ему показать. О, кстати, книга. Кстати, книга. Блин, насколько же круто стало играть. Просто обалдеть. Кстати, может, и не книга. Пушки и пули. Отлично. Это сюда, это сюда. Так. Дробинь. Я знал, ты сможешь это сделать. Итак, посмотрим. Я должен тебе 1000 за работу. Конечно, несколько браминов, точнее один, погибло из-за твоей невнимательности. Вычитаем по 100 долларов за брамина. Получается 900. Ты даже не пытайся наврать мне, сколько погибло браминов. Я послал за тобой одного из своих парней, и он следил за тобой на расстоянии. Вот крыса-то какая, а? Ах ты хитрый старый черт! Помни мои слова, это последний раз, когда ты меня обдурил. Ты ничего не говори мне, что будешь вычитать с меня за погибших браминов. Правда? Точно? Мог бы поклясться, что сказал тебе. Может, в следующий раз ты не станешь брать на себя работу, пока не узнаешь все подробности. А теперь, если не возражаешь, мне пора возвращаться к другим делам. Ух ты, крыса! Я вот сейчас вот обворую тебя вот. Падла такая. Все это мое. Так. Все у нас тут получается, да? Так. Ух ты. Это дядька стоит. Торговец. Ты че? Подожди, торговец? А че он как-то... Как-то одинок стоит? Он может какой-то... Этот самый... Бродячий торговец? Я хрен его знаю. Нифига он вылез. Я не понимаю, что я вообще здесь делаю. Здесь невозможно торговать. Ну ты и болван. Ты тоже торговец? Горожанин. Ладно, ребяшки, давайте, наверное, на этом заканчивать тогда. Вот, и в следующей серии отправимся уже дальше этот славный город изучать. Вот, и здесь нам надо будет уже сбегать к этому Карлу, или как там, забыл, короче, мужик там, пьянчуга. Вот, его пока раз-таки по квесту и с машиной мы прекрасно все успеем. А на этом все, спасибо большое за лайки, за поддержку, за подписку, ребяшки, и увидимся уже в следующей серии. Всем доброго, друзья, всего самого хорошего и всем пока.